эта плотвичка поклевывает. Минут 15 сижу. Штуки 4, наверное, поймал. Гляжу, выехал так просто от балды. Удочки в машину кинул и поехал. Все остальное там постоянно ездит. Тесто развел. И все, сиди душу от воде. Ну, здесь, в принципе, маленькую удочку можно было. 2,1. Ну, вот такие вот сикарашечки клюют. Крупного плотвения где-то нету. Карася нету. Ну, сейчас подойдет, может. Говорю, сижу -то еще чуть-чуть. Значит, большую удочку взял. Ладно, не для рыбы, ради удовольствия, пару часиков посидеть до темноты. Клюет постоянно, сразу. Ну, вот эта вот мелкая плотвичка. Крупной плотвы что-то нету. Карася еще ни одного не поймал. Ну, сейчас карасик подтянется. Теребит уже. Попер. О! Покрупнее плотвень. Ты паразитка, плыви. Развел опять клевый глю, который сакагуру, на него нормально клюет, поэтому пока больше не экспериментирую, это уже проверенная насадка. Может, под берег ближе, наоборот, надо кидать. Вода упала. Летом приезжал, побольше воды было, поглубже здесь было. Не, плотвень. Сегодня что-то одна мелкопузистая плотвень клюет. Петрович тоже что-то карась там не хочет. Тогда-то я здесь ловил на 2,1 удочку, прямо здесь под берегом. Карасик только ничего. Сегодня у нас 12 сентября, осень. Дожди неделю лили, тут маленько вроде прояснилось. Ты смотри, что, а. Какие-то супер плотва одна сегодня клюет. Карась-то подальше попробовать закинуть. Эффект дальнего берега срабатывает. Ну-ка попробуем. Не по фэншую, конечно, желательно это в одну точку кидать постоянно. Ну, там поглубже. Чем мне хирабуна нравится, вот на одну удочку можно и такую плотвичку ловить. И карпиков по трешке. Удочка 4,5 у меня сейчас. Поплавок Саймон Лайт поставил. Для мелководья с коротким килем, с короткой антенной.
Вот это елец. Тоже что-то мелкие все. Карась-то где? Чему карась не хочет клевать? Плотва где крупная. Елец одна. О, сразу попер. Ух ты! Вот это был карась. Это был карась. Это плотвень, эту можно взять. Добавил глютенчика. Плотвень покрупнее клюнул. Может, там тоже плотвень был. Тут большой. Сорвалась-то хорошенькая. А, еще кто-то заинтересовался. Ну, какая-никакая, все рыбалка. А вот это у нас карасик. Ничего так карасик. На два крючка. Активизировался, что ли? Или то, что глютенчика добавил? Насадка. Получше стало сидеть. Мелочь, наверное, не сшибает сразу. Со дна съели, конечно, что у херабу нехорошо, пару минут поклевок нету, все, хочешь не хочешь придется доставать. А так закинул червяка, они его там съели, а ты сидишь. Ждешь, пока там карасище клюнет. Карась попер, говорю. А? Поехал Петрович домой. Не клюет, говорит, нифига. Эх ты! Потащил на дно и все на этом. Крючочки у меня большеватые. В прошлый раз карпа как ловил, оснастку не переделывал на эту же. Наверное, поменьше крючки надо. Ну хотя там вообще мелкие карасишки клевали. На эту же оснастку. Рыбку поймал? Да легко. У тебя что, ничего? Вообще, да, она даже не видно, чтобы она будет. У народа не клюет. А у меня херобуница помаленьку.
по крайней мере, от нуля ушел. Еще что-нибудь развести. Двушечку. Разведу. Пока не совсем темно. Вот такое. Глютен 2. Ножницы-то не взял. Еще клюет что-то там, пытается. Все проворонил. Ладно, разведу, потом буду смотреть. Уже все равно сожрали. Так, высыпаем пакетик. Где-то такой. Так, это много посередке. Да вот так нормально будет. Это все. Ну все, пусть настаивается. Пока проверим, кто у нас там что съел. Это тесто лучше будет. Можно маленько поэкспериментировать. Не рыбы для рыбалки ради. Наверное, карасик подошел, что-то по латвичке мелкой не видно. Все, все рыбаки разбежались. Не клюет рыба. Ну, даже если не поймал, все равно точка прикармливается. Не нужно никаких килограмм прикормок. Вот тут. Ой, смесь дорогая. Вы посчитайте, сколько вы прикормки покупаете на каждую рыбалку. Я вот с одним пакетом уже рыбалок 6, наверное, точно отловил. Если не больше. Оба! Вот и плотвень поймал. Ух, молодняк ходит, песню поет. Деревня! Сейчас. Вот плотва сразу. Раз и потащила, либо на дно, либо в сторону. Карась начинает кого-то там мурыжиться. Но со дна. Так, ну что, попробуем маракю глютен номер 2. Что он нам скажет? Ну, как-то поплотнее этого сакагуру. Я не помню, у него это плотву-то ловил, нет? Или карасей на него ловил? Ну-ка, пробуем. Смотри, что делает, а. Потащил и все. Что за безобразие? Вот еще рыбалки на полчаса осталось сейчас.
Быстро доловлю, тесто-то поеду. Летом-то оно тут пошустрее было. Ух ты! Супер плотва! Что ж ты, блин, откуда ж ты берешься-то? Где карасище? Здоровые плотвище. Что-то рыбьи дети одни. О! Сибирские журавли. А чтоб надо мной не летели. Забомбят. Что один карасик сегодня и все. И плотичка мелкая. Ну хоть что-то, народ-то вообще он без сего уехал. Вообще не клюет. О-о-о. Опять плотвичка. На подъему в сторону прет. Не-е-е. Это у нас карасямба. Это у нас карасямба. И ничего так карасямбик. Я думал, плотва опять балуется. Хулиганится. Глютен второй. От маракю. Что хорошо, порционные такие пакетики. Развел и все. Ладно, надо маленько активизироваться. Тесто надо доловить. Вообще оно сейчас и так не пропадет. Холодно уже. Летом заметил, тесто, особенно где глютена добавляешь, на следующий день там или через день в ящике лежит в машине, приезжаешь, это же тесто, и на него клюет еще лучше. Оно такое как размазня уже, немножко такими как дрожжами припахивает. Карась хорошо отзывается. Да, надо, наверное, тесто с животными компонентами уже пробовать. Водичка-то поди холодненькая уже. Погода опять изменится. Говорю, неделю дожди лили. Потом вроде солнышко вылезло. Но все равно вечерок скоротал. Пару часиков посидел. Даже не пару. Часа полтора, наверное. Все равно рыбку поймал. Отдохнул маленько. Вот яичко. Ну что ты в тарелку запрыгнула ко мне? Вот такая. А, пусть бежит. Все, рыб спать пошел. Надо тоже заправляться. Ух ты! Вот какой! Плотвища! Точно надо еще на щуку живцовую удочку рядом ставить. Поймал такого плотва на живца.
аккуратно живца как-то, чтоб не очень половлю. Все, наверное, сматываться надо. Уже поплавок-то толком не видно. Хотя у меня есть там где-то светлячок такой. Старый шаман присылал. Так я его еще-то и не испробовал еще. Тесто убираем. Ладно, буду закругляться. Половил, отдохнул, что еще надо. Тарелка-то какая холодная. О-хо-хо. И кто такой? Бобер, гад. Вот рыбу пугает. Ладно, буду закругляться на этом. Уже не видно ничего. Рыбки маленько половил. Не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Все как обычно. Всем пока.